Легенда гласит, что однажды придет новый царь и покорит себе Трезубец и возродит с его помощью Атлантиду. Именно здесь Вулка впервые учил меня плавать. Но я уже умею плавать. Ничего ты не умеешь. Ты должен забыть все, чему тебя учили на суше. Открой в себе скрытые инстинкты Атланта. Орм всю жизнь тренировался, чтобы стать непобедимым. Мои родители сделали меня тем, кто я есть. Я защитник Семи морей. В этом Трезубце заключена мощь Атлантиды. Попав не в те руки, Трезубец принесет разрушение. Но в руках истинного наследника он объединит наше царство. Пришло время Атлантиде возродиться. Мы должны остановить его. И как ты предлагаешь это сделать? Отыскав это. У меня уже есть такой? Нет, такого у тебя нет. Война выйдет на поверхность, нравится тебе это или нет. Твоя мать всегда знала, что ты особенный. Она верила, что однажды ты сможешь объединить наши миры. У Атлантиды всегда был царь. Теперь нужно нечто большее. Что может быть больше, чем царь? Герой.